家好，我叫许墨涵，今年11岁了。我出生在俄罗斯的首都莫斯科，可以说我是莫斯科土生土长的中国女孩。我平时有很多爱好，比如跳艺术体操、唱歌，还有弹钢琴。当然，我最喜欢的还是唱歌。我同时学习美声和通俗音乐。Do сейчас в школе в пятом классе учусь. И я, например, один день иду в детский сад, выучила там одно слово и так постепенно выучила русский язык. А дома с родителями я разговариваю по-китайски.Если бы не папа, то я бы не занималась музыкой. Он в детстве очень любил, вокал, но у него не было такой возможности заниматься этим. Когда он заметил мой талант, и он очень хотел развивать его, этот талант. Я обожаю петь больше всего. Если сравнить с там, сольфеджио, фортепиано, больше всего все-таки вокал экстрадный нравится.Я занимаюсь танцами и художественной гимнастикой. Те, кто занимается художественной гимнастикой, мне кажется, у них фигура очень красивая, у них танцы очень красивые, я бы хотела тоже так танцевать. Самое главное в жизни, скажем так, жизнь человека. Потом уже счастье, потом уже, например, работа моя, вокал, потом учеба. Для меня счастье – это когда мы с семьей вокруг стола вместе обсуждаем какое-то веселое дело. Например, как я попала в финал. Это было вау, неожиданность. Я очень рада была, когда меня выбрали. Я себе даже эту картину не представляла. Я мечтала о новой волне. Я здесь. Ура! Я сижу на камушке, ла-ла-ла, где ж ты, моя лавушка, ла-ла-ла. Тут и там ищу, чтоб не потерять, это мой Пикачу, выбирай тебя. Пика-пикачу, чу-чу-чу-чу, вот так с тобой хочу, чу-чу-чу-чу. Пика-пикачу, чу-чу-чу-чу, так с тобой хочу, чу-чу-чу.通过我的努力学习声乐，可以唱出更多好听的歌曲，尤其是中文歌，让中文歌曲唱响世界。